Так, значит, часть третья. Ремонт мотоцикла D4 125. Проблема с коробкой переключения передач у нас. Вытащил из головки, из 22-й головки, вот такой вот ключик для того, чтобы открутить вот этот центробежный насос, вернее фильтр, центробежный фильтр. Мне это надо снять, чтобы снять корзину сцепления, чтобы добраться до вот этой звезды копирного вала. Там у меня образовался износ, вот-вот видно его. Мне нужно это просто заварить, вот эту капельку, чтобы было место для пружинки, которая цепляется здесь. Тут пружинка находится на валу переключения передач. И эта пружинка соскакивает, как мне объяснили, поэтому нету прижима на вот эту звезду, нету переключения. Значит, на чем я сейчас споткнулся? Ключик-то вырезал, все подходит, все работает. Но получается, видите, оно все прокручивается. Как мне закрепить вот эти звезды, эти шестеренки, чтобы приложить силу? А нашел видео по разборке этого мотора. Там говорят, что именно эта гайка зажата очень сильно. Поэтому закрепить надо это с большим усилием. Пробовал подобраться с обратной стороны. Вот с этой стороны для регулировки клапанов. Тут есть у нас место для проворота. Для проворота чего? Двигателя. Вот, вставил туда головку, но там гаечка, и она открутилась. То есть таким образом зафиксировать этот вал у меня не получилось. Значит, смотрел видео, там люди снимают двигатель, снимают цилиндр и изнутри каким-то образом фиксируют этот вал. Блин, ну если честно, не хочется мне снимать двигатель, это потянет очень много времени, нет у меня места. Поэтому у меня сейчас главная задача придумать, как это зафиксировать, чтобы это снять. Так что если есть у вас какие-то идеи, то пишите в комментариях. Блин, как он меня достал, этот мотоцикл, чтобы вы знали. Будем дальше пробовать.